женщине в офисе. Благодарю вас для совещания. По вашему случаю от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Охереть. Твою мать! Скотина, блядь, твою мать! Да ты какой-то ебанутый, блядь, сегодня. Ну, в этот раз их поворот показал. Ой, охуеть, блядь. Есть, блядь. Дважды охуеть, блядь. Готовы, нахуй. Какие ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну с нее. Ну, может быть, вы так хорошо воспитаны, что вас оскорбляет во время беседы с вами, кто-то ест или пьет. Уж это неправильно, по этикету это не положено. Кто бы что ни говорил, чьи бы злые языки там чего не обсуждали, номер телефона работает, да-да, 3775583, кстати, его уже штурмует. Ребят, а что звонить? Подождите, подождите, не спешите. Сказала, туда едь через Светлану, обратно через Удельную. Кошмар. 6300, скоро уже так и так. Ни хрена себе. Что это такое было? Это что такое было? Это что такое-то? Я бы как тело, чтобы я Волгу скинул. Чего шум так не хорошо? Чё? А чё он эти хочет? Ля-ля-ля! Ебать! Ля, и заехал прям в дом. Ебать, его мать! Ой, придурок. Да вот дедок, он же не видел на тебя. Тут конкретно запись в видео аварии. Занять, что спасибо. Ебаный в рот. Пиздец. Он, сука, любит подъебать.
Мамочки, мама. Убивают из мужики, убивают те. Боже мой. Хоть бы он вниз не полетел. Прикинь, он вообще. Дочка, пущай. Господи. Господи. Мамочка. Включено внешнее питание.